Так, чувак в каске. Еще он там, чувак. Attack! Вот это было очень, очень так себе. Так, вот чел живой, походу. Спит. Ой. Ой-ой. Ну, оружие так себе. Ну, в принципе... You think you could fit through that gap, boy? Okay, I'll pull it open. Целиться с него, в принципе, прикольно. Okay, we gotta get in there, buddy. Так, наш бадди отодвинул этого чувака. Так, надо эту доску как-то убрать. Ага. Так, ладно, мы пока посмотрим, что есть здесь. Здесь может быть что-то интересное. А потом уже пойдем того чувака отодвинем, которого валяется. Чувак, его надо бадди, чтобы туда прополз. Ну, скорее всего, так. По-другому, я думаю, навряд ли. Так, у нас по ПП. О! Вот это, конечно, бадди. Можно тебе вот эту штуку ходить? Хе-хе-хе, бадди. Бадди, ты крут. Самый лучший пес. Так, я вижу там краем глаза. Очень хорошее оружие какое-то. Опа! Дробовичок. А, тут двухколка. Okay, cool. Опа. Бадди, как ты думаешь, клевая тема? Пошли! Есть для тебя работенка. Отодвинь вот этого чувака. Cheeks, молодец. Вот этого чела. Сунь его куда-нибудь. Молодец. Молодец, мой любитель кисишечки. Зойц! Упсик. Опс. Интересней. Так, всех заловил. Бадди кого-то тоже там зафигачил. Я кого посмотрим, что тут внутри. Ой, не открывается. Я не имел кого-то, на кого я могу опираться. Я не знаю. Опа. Ой. Оно разбилось. Но осталась этот моделька. Ладно. Это был глюк, ничего страшного. Так, что у нас тут? Тут у нас ничего нету интересного. Так, испробуем двустволочку. What a quaint little shithole. Будь на чеку. Есть котлета. Ой. Котлета в воздухе висит. Ну, бадди. Go. Ты будешь котлету вообще? Нет, он не ест котлету. Котлета исчезла. Так. Может что-то поискать? Может что-то есть? Думаю, вряд ли кто-то на кухне прячет какое-нибудь оружие. Скажи, бадди, пошли с тобой дальше. А в этих шкафах? Что там? Эть! Да, да ничего тут нету. Thank you.
Раз тут нельзя оружие модернизировать, оно сразу туда ложится. Так, что у меня? У меня граната есть. Кстати, вот в таких тумбочках может что-то быть интересное. Ну, патроны хотя бы. Ну, я имел в виду, может, интересное в виде там ключиков, документов каких-нибудь. А, вот, кстати. Нет, мне надо вон так. Банка. Так, бади. Погнали дальше. Тут у нас душевая кабинка. Магазин кто-то потерял в умывальнике. О! Блин. А. Ладно, возьмем тут еще одну гранату. Так. Стиралки, сушилки. Так, нам надо туда. Alley-oop! You know, buddy, meeting you has already changed my view of my situation. Yesterday I was a man desperately trying to survive the apocalypse. Now I'm just a guy walking his dog. Вот это хорошо было. You didn't need that brain anyway. Это было, конечно. А грызи, грызи ее, бабе. Что она такая живучая? Молодцы. Потом еще рычит. Базы, я вижу, вижу. Сейчас мы их двоих сразу. Ага. Buddy, attack! О, блин. Who's my best boy? Оп. 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 Ладно, базы, оставляю тебе. Давай, давай. Молодец. Who's a good little dog? Так вот. О, кстати, запчасти. Тоже собираем. А вот я там увидел. Думаешь, за стенкой кто-то есть? Ладно, ничего страшного, ничего тут. Этого Бармалея. Или маг только улетел. Ага. Опа. Оп. Успел забрать. Так, бадди, идем дальше. Get him, buddy. Ага. Так, много Фредди. Is a good boy. Come on, you can't all be staying here. Good night, Freddy. Oops. Давай, бади. Молодец, не подводи, кто-то вон там сквозь стены руками махает. Молодец, бади. Что, бади, скажешь, а? Что, не подумал, что тебе можно шапки одевать сразу. Ну, теперь буду знать. Так, ну, кстати, какие-то ворота. Их тоже, наверное, можно открыть. А, вряд ли. Мотель номер 9. Здесь есть антенна. Сейчас мы посмотрим, что там. Так, ничего нету в багажничке. О!
Так, это не у меня вроде засигналило что-то, это что-то там внутри. Так, вижу, так. Ну, он точно не у меня засигналило. Так, базе. Там он чувак, он сейчас просунет голову, и мы его уже стоим. Опа. Что ты, базе, там нашел? Чувак был застрявший в стене. Перезарядить нашу утовочку. Да тут, наверное, пойдем с ней. Что ты, Бади, скажешь? Как ты думаешь, тут есть что-нибудь интересное? Ah, of course the power's off. Да, надо включить батарейки какие-нибудь. Так, вижу провод. Бади, нам туда вниз, походу. О, генератор. Блин, ну он загудит. Будет как-то все не очень. Так, наверное, надо дернуть за эту штуку. Ой. Шланг пускай будет. Так, вот это, конечно, плохая была идея. There goes your brain, Freddy. Okay, buddy. Biker club's got to be through the gate. Так, мы брали оружие. Переведем эту штучку. Опа. О, какая тусовка тут, скажи, Бадзи. Тут какая-то тусовка. Так. Зомби-апокалипсис круто, можно найти всякие классные штуки в всяких непонятных местах. Кстати, телевизор хороший. Там толпа такая нормальная. Так, тут не зайдем никуда. Что думаешь, Бадя? Будем сейчас убить этих негодников. Там, кстати, радио какое-то стоит вроде бы. Что-то упало где-то. Кстати, сюда. Разбросали магазины. О, что за части? Оп. Оп. Стрёмные рычат, кряхтят. О, май гаш. Окей, this is your room, buddy. Да, Бадя, тут кого-то раскромсали. Ну зато у меня есть боеприпасы и маска новая. Кстати, а если Бадзи одеть новую маску? Маски ему можно надевать, он же будет стрёмный такой, с рогами. Бадзи! Over there! Жесть какая. Ну ладно, ты прикольный, Бадзи.
В любой маске ты прикольный. Так, что, можно пойти туда? Ну, я считаю, что нужно этих челов завалить. Так, тут уже я понимаю, что это пушечка. Так, не надо мне тут. Ага, один магазин лишний, еще есть граната. Так. Оп. Не то, вот это мне надо. So long, Freddy. О, блин. Вот это куча зомби-трупов. Бади, ты такое видел? Так, ладно. Патронов осталось очень мало. Но мы всех завалили. Это было стрёмно, но в принципе интересно. Так, туда я пока не пойду. Посмотрим, что есть тут. На первом этаже. Да, блин, их было много. Где-то еще бегут. Почему такая музыка? Ай-яй-яй. Блин, а я не хотел туда идти, я хотел тут все обыскать. Что за фигня? Я хочу вернуться обратно. Ну, я, походу, попал в какой-то штаб, судя по загрузочной картинке там далеко. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой.